За пару минут приближающийся к станции поезд может сбросить скорость от 40 до 28 км в час. Но даже используя экстренное торможение, машинист не успеет остановить состав, если на переходе стоит или идет человек. 18 июня на регулируемом переходе в Жаворонках погибла пожилая женщина. И вот недавно беда случилась вновь, уже на станции Портновская. Даже после освещения таких происшествий в СМИ жители не становятся более бдительными. За 2019 год погибло 43 человека, за этот год 7 человек. А на данном месте погибла только одна женщина. Переход на станции Портновская довольно опасен, ведь, несмотря на хорошую видимость, ни железнодорожного светофора, ни сигналов, предупреждающих о приближении поезда, здесь нет, что особенно опасно для жителей преклонного возраста, которые сейчас массово едут в эту местность за грибами. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот вам памятка, чтобы правил безопасности поведения железнодорожной в транспорте, чтобы соблюдали. Вопрос предупреждающих сигналов будет решаться в ближайшее время. А Министерство транспорта вновь напоминает: переходя через железнодорожные пути, будьте внимательны. Берегите себя и свою жизнь. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».